Слотокін. Королівський сезон починається. До речі, в одному з інтерв'ю видали прогноз, що в недавньому інтерв'ю видали прогноз, що українцям доведеться воювати щонайменше 10 років, і йдеться не лише про бойові дії з Російською Федерацією як з єдиною державою, а удар доведеться тримати перед країнами осколками. Поясніть, будьте ласкаві, на які саме шматки може розколотися Російська Федерація, і яка інтенсивність боїв протягом цих самих 10 років очікує на українців? Все будет зависеть от того, как Российская Федерация будет распадаться. Это очень важно. Дело в том, что Советский Союз распался почти бескровно. Опять говорю, почти, потому что некоторые моменты до сих пор остались, и вот кровоточит тот же Карабахский конфликт, это же кровоточащая рана при распаде Советского Союза. Так вот, представьте, что таких Карабахов будет, допустим, сколько республик в Российской Федерации. Республик только 21. Вот они 22-ю Крым ввели в тело Конституции Российской Федерации, но это перебор. В очко не играли, видать, не знаю, что при переборе проиграл. Так вот, 21 республика в теле Конституции Российской Федерации. Вот представьте себе 21 Карабах. И там вопрос, как это все будет распадаться, потому вот эти все осколки боев, которые будут однозначно происходить, они могут докатываться и до украинской границы, до госграницы Украины, которую придется, естественно, удерживать не с помощью пограничников, а с помощью войск. Я почему говорю война? Когда идет война, используются вооруженные силы. А когда идут какие-то стычки, могут использоваться и правоохранители, или, допустим, пограничники. Так вот, нам границу придется удерживать не с помощью пограничников, а с помощью развернутых вооруженных сил, примерно в таком же режиме, как они были развернуты вдоль 400 километров фронта на Донбассе в течение 8 лет. Будут вот такие же велотекущие какие-то стычки, но, тем не менее, нам нельзя пропускать какие-нибудь банды типа пригожинских, которые могут там двигаться откуда угодно на запад или убегать, допустим, под ударами. Потому что боевые действия, они же непрогнозируемые. Потому нам придется нашу восточную границу удерживать не с помощью пограничников, а с помощью вооруженных сил. А вооруженные силы могут использоваться только при военном положении. То есть, скорее всего, несколько наших областей восточных лет на 10, это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая области, лет на 10 был в таком в режиме военного положения с развернутыми армейскими формированиями. Вот это я и имел в виду, что лет 10 нас ждет еще. Но это опять же нас. Это будет армия заниматься. Это будут военно-гражданские администрации. Будет определенная линия фронта. Будет 150-200-километровая зона демилитаризации со стороны на восток, со стороны России. То есть это целый процесс, его сейчас очень сложно спрогнозировать детально, но в общем, в общей канве можно это нарисовать. То есть вот где-то лет 10 нас ждет вот этот, пока не распадется Россия полностью на национальное образование, а это тюрьма народов. Россия, Российская империя, тюрьма народов, начиная от Ичкерцев, заканчивая якутами, республикой Саха. Вот они, когда начнут распадаться, там будут определенные моменты, пограничные, основные, но и второстепенные экономические, потому что тот же Татарстан, ему доступ к морю надо, а там Башкирия. То есть вот такие моменты будут везде возникать, вот пока они не будут решены, а решаться будут в основном военным путем. Щодо ситуації, ви згадали про Нагірний Карабах. Азербайджан, як відомо, сьогодні, 19 числа, оголосив про початок так званих антитерористичних заходів локального характеру. І що це провокує? От Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, вимагає від російських миротворців дії щодо стабілізації ситуації в регіоні. Міністерство оборони України заявило, що метою заходів локального характеру є припинення провокацій і виведення сил Вірменії з їхньої території. Вже є реакція від Вірменії, закликають Баку негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. І от звертається Пашинян до так званих російських миротворців. І вже в Єревані НАТО протестувальники, зараз з'явилася інформація, намагаються прорватися до будівлі уряду в Вірменії. Скажіть, будь ласка, в що це може вилитися, оця от ситуація з так званою антитерористичною операцією з боку Баку в Карабаху, і як це може вплинути на російсько-українську війну?
Скорее всего, то, что мы сейчас видим, это такая верхушка айсберга, или даже, я бы так сказал, сцена. Сцену, которую разыграли до этого на переговорах, которые вели Евросоюз, американцы и с армянами, и с азербайджанцами, и с Турцией. То есть есть уже некая договоренность, по крайней мере, видение развития ситуации, то есть возврат Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Ну, он никогда не выходил, потому что, исходя из тех границ, которые были проведены в Советском Союзе и после Великой Отечественной, вернее, после Второй мировой войны, эти границы были зафиксированы, в том числе и при развале Советского Союза. То есть, согласно уставам ООН, восстанавливается такая правильные границы, которые изначально были стартово разрисованы. И именно вот такое развитие ситуации, оно было проиграно. Проиграно это движение тех же азербайджанцев вот сейчас, обозначение как антитеррористическая операция. Об этом знает правительство Армении, об этом, естественно, знает все мировое сообщество. Почему сейчас, в принципе, нет никакой реакции? Потому что это проговорено, это уже проиграно, это уже подписано и скреплено печатью такого рода действий. Теперь сами действия просто проводятся. Но и есть определенное противодействие тех сил, которые как-то будут сейчас этому противостоять. Это и внутри Армении. И российские силы также, так как они поддерживали вот этот конфликт, постоянно его поддерживали, армяно-карабахско-азербайджанский конфликт. И сейчас тот же Пашинян, с одной стороны, подсвечивает действия россиян именно в Нагорном Карабахе, которые постоянно вроде как должны были выполнять какие-то функции, больше провоцируя проблему, чем ее решая. И вот сейчас часть российских войск, которые находятся в Нагорном Карабахе, а армянских войск там нет, и эта часть российских войск, она должна принимать какое-то решение. Азербайджанские войска начали действительно в режиме антитеррористической операции заход и восстановление границ Азербайджана. А вот что там делают российские войска для Азербайджана, я так понимаю, просто непонятно. То есть они фактически начинают освобождение Азербайджана, Карабаха, Азербайджана от российских войск. И вот россиянам сейчас надо будет принимать решение. Войск там немного, там несколько тысяч, может быть, не больше. На пальцах можно пересчитать, сколько этих там тысяч есть. Они не составят большой проблемы для движущейся азербайджанской армии, тем более действительно есть некоторые уже договоренности, и о этих договоренностях прекрасно знают в Москве. Потому такая, я бы сказал, это будет велотекущие действия, военные действия на территории Карабаха, а вот в Армении сейчас могут быть как раз протесты против вот таких договоренностей. Договоренности вот такого уровня. И эти протестные действия в Армении будут обязательно поджигаться или разжигаться и россиянами, и иранцами, которые также заинтересованы в нестабильности в этом регионе. Потому если хватит, так сказать, стойкости и выключат горячность армяне, ну то есть поймут, что все, что делается, делается как раз для того, чтобы сохранить жизни, восстановить, согласно уставу ООН, определенные границы, то эти протестные настроения, они быстро потухнут. А если этого не произойдет, то у Армении может ждать такая внутренняя гражданская смута, некоторые даже боевые действия внутри Армении. То есть и вопрос там по сохранению власти у того же Пашиняна. Вот именно эти вопросы сейчас будут решаться. И вот как раз вот такого рода конфликты, о них я и говорил, они начнутся везде по Российской Федерации при развале Российской империи, такого уровня примерно по остальным республикам, на которые будут разваливаться, на кластеры будут разваливаться Российская Федерация. Эти боевые военные действия не могут докатываться как-то до нашей территории. Могут однозначно и военные, и особенно
беженцы, то есть, которые будут спасаться, допустим, от военных действий.